Украинские силовики сегодня начали массированный обстрел по всей линии соприкосновения. Есть жертвы среди мирных жителей в Донецке, Марьинке, Енакиево. Обесточена донецкая шахта имени Засядько, крупнейшая на Украине. В населенных пунктах тоже нарушено электроснабжение. Во многих домах нет воды. В столице Донбасса работает наш корреспондент Дмитрий Кулько. Он на прямой связи. Дима, здравствуйте. Какая сейчас обстановка в городе? Да, здравствуйте, коллеги. Ну вот обстрел Донецка идет и в эти минуты, то есть уже практически 6 часов. Такого за последние месяцы в Донецке еще не было. И наибольшая интенсивность на этот раз не с северной окраины города, со стороны Донецкого аэропорта, а с западной, со стороны поселка Марьинка. Это пригород Донецка, где находятся позиции украинских военных. Оттуда они и наносят удары по городу, в частности по Петровскому району. Наносят удары из артиллерийских установок, в том числе из установок залпового огня «Град». Не так давно в рынок, который находится в Петровском районе, попало несколько снарядов. Он загорелся, но пожарный расчет его уже потушили. Но снаряды туда летят и сейчас, так же, как и по жилым домам Петровского района. В результате чего сегодня погибли 4 мирных жителя. Вот как нам недавно сообщил главврач Донецкой горбольницы, больше 60 человек получили ранения. Причем стоит отметить, что пострадавших доставляли в больницу из разных точек города, что свидетельствует о том, что обстрел Донецка сегодня действительно был масштабным. Некоторые жители такую волну агрессию украинской армии связываются с вчерашней встречей контактной группы в Минске, на которой не удалось решить какие-то ключевые вопросы в деэскалации конфликта на юго-востоке Украины.